зарабатывайте на пассиве. Проект Gift of Legacy меняет привычный взгляд на матрицы. Как же тут все устроено? В отличие от классических матриц, нет расширяющейся юбки. А наше движение идет от края к центру. Проект является децентрализованным, так как все денежные средства передаются от участника к участнику, от сердца к сердцу. Давайте разберемся подробнее. В проекте Gift of Legacy 4 стола. Бронзовый, серебряный, золотой, платиновый. В каждом столе 15 мест. Активировав первый стол, вы встаете в крайнюю позицию. Даритель, и связываетесь с человеком, который стоит в центре стола в позиции «Легенда», и отправляете ему подарок $100. После того, как все 8 мест позиции «Даритель» заполнятся, стол закрывается, и вы перемещаетесь в позицию «Строитель». В этой позиции у вас появляется возможность пригласить двоих своих знакомых, которые становятся в крайнюю позицию «Даритель». После заполнения стола он снова закрывается, и вы переходите в позицию «Гид». И далее, после заполнения всех крайних позиций, вы переходите в позицию «Легенда» и начинаете получать подарки от каждой крайней позиции. В итоге вы получаете $800 при вложенных $100. Из них $400 уходит на открытие серебряной доски и $100 на открытие вечной бронзовой доски. В итоге, при закрытии первой доски, вы зарабатываете $300 чистой прибыли. Проходя по доске «Вечная бронза», вы уже зарабатываете $700 чистой прибыли, так как не нужно тратить на активацию серебряной доски. Далее, в последующих досках тот же алгоритм движения из позиции «Даритель» в позицию «Легенда». В серебряной доске вход $400, на выходе $3200. Из них $400 на вечную серебряную доску и $1600 на вход в золотую. В итоге остается чистый доход $1200. В вечных досках алгоритм тот же, но прибыль больше из-за отсутствия переходов на высшую доску. Чистый доход в серебряной доске составляет $2800. В золотой доске мы начинаем зарабатывать по-настоящему большие деньги. Пройдя ее, мы получаем $12800, из которых $1600 уходит на открытие вечной золотой доски и $5000 на активацию платиновой. В итоге $6200 чистой прибыли. При закрытии же вечной золотой доски мы зарабатываем $11200 чистой прибыли. Ну а закрыв платиновый стол, мы получаем $40000, из которых $5000 идут на открытие вечной платиновой доски. В итоге $35000 чистой прибыли мы получаем с платиновой доски. И повторяем это движение в вечной платиновой доске, каждый раз зарабатывая $35000. В итоге, пройдя круг, вы зарабатываете $42700 и имеете открытыми 4 вечных доски, которые будут приносить бесконечный доход.